Здравствуйте, видео подготовлено сайтом onlinegdz.net, номер 682. В школе 600 учащихся. Число мальчиков относится к числу девочек как 3 к 2. Сколько мальчиков и сколько девочек в школе? Задача на части. Найдем, сколько частей приходится на число 60. То есть сколько всего частей? Это 3 плюс 2. 5 частей. Всего. То есть приходится на число 60. Чтобы узнать, сколько учащихся приходится на одну часть, надо 600. На число 600. 600 разделить на 5. А это равно 120 учащихся приходится на одну часть. А теперь очень легко узнать, сколько в школе мальчиков и сколько девочек. Так как число мальчиков относится к числу девочек как 3-2, чтобы узнать, сколько мальчиков, надо 120 умножить на 3. А это будет 360 учащихся. Это мальчики. И чтобы узнать, сколько девочек, надо 120 умножить на 2, либо от 600 отнять 360. Это равно 240 учащихся. Это девочки. Можно записать ответ. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.